Добрый вечер, слава нашему Господу. У нас сегодня начало третьей главы послания к Колоссянам. Текст очень хороший, очень важный. И я пока возьму первые четыре стиха, потому что мы поговорим о том, что человек должен думать о небесном, а не о земном. О чем нам надо думать? А? О Колоссянах. Все правильно. О Колоссянах будем думать. Что это значит, думать о небесном, а не о земном? Означает ли это, что человек должен, ну, как бы постоянно вот только небесное, небесное, а все остальное его не интересует? Если двигаться в этом направлении, понятно, сразу работает то, о чем говорил Экклесиаст, что нет ничего нового под солнцем. То есть возникает сектантство, возникают какие-то обочины, перегибы. Речь идет о том, чтобы, живя на этой земле и, естественно, занимаясь повседневными какими-то своими земными вопросами, мы все равно это пропускали через призму небесного нашего призвания. Другими словами, важно построить приоритет. Не земное главное для нас, а небесное. Поэтому земное подчинено небесному, а не наоборот. И мы видим, что когда начинают подчинять небесные какие-то цели земным, сразу возникают, ну, как бы перекосы и в учении, и в состоянии человека. И, естественно, не достигается то, о чем говорит нам Господь. Когда мы говорим о подобного рода вещах, мы должны понимать, что до тех пор, пока человек живет в теле, естественно, в его жизни будут присутствовать и телесные нужды, которые необходимо обеспечивать. Но мы с вами знаем, что человек, исходя из иудаизма, исходя из христианства, тело – это всего лишь третья часть его состояния на земле. Есть еще нефеш и нешама, есть душа и дух, если мы говорим вот в русском таком срезе, в русскоязычном, правильно сказать. Тут как минимум одна треть нашей жизни сопряжена с телесными нуждами. Например, человек не может не спать. Он должен спать и отдыхать. От этого зависит его здоровье, иммунная система, гормональный фон, психическое и психологическое состояние. А это, естественно, уже связано с духовным. Понимаете, человека невозможно нарисовать как три бруска, у которых есть четкая граница сопряжения разного цвета. Железо, дерево и пластик. И вы там склеили, да, и вот четкая граница между железом и пластиком у вас существует. Нет, потому что нефеш – это соединительная территория для духа, который Бог вдохнул в Адама, и плоти. И есть всегда пограничные территории, они достаточно, ну, как бы, широкие. Вот, да, если руки мы соединяем, пальцы входят, как бы, в зацепление. Вот есть взаимное проникновение территориально. Точно так же нешама и нефеш, нефеш и басар. И вот для того, чтобы осуществить правильное подчинение одного другому, приоритетом нашей жизни должны быть небесные цели. И поэтому я сегодня буду читать текст, вы увидите, как это работает. То есть наши члены тела, они тоже должны служить Творцу. Например, среди нас есть люди, я знаю, которые до покаяния были неверующие. И, извините за прямоту, выражались нецензурно. Сегодня наш язык служит Творцу. Мы не только не выражаемся нецензурно, даже если что-то на ногу упало человеку. Но мы
избегаем даже пограничных каких-то территорий, там жаргон какой-то или модные словечки, которые сегодня, знаете, такие, стараемся этого тоже избегать. Почему? Не может из одного источника одновременно течь горькая и сладкая вода, а или то, или другое. И поэтому первые четыре стиха. Итак, если вы воскресли с Машиахом, то ищите горнего, где Машиах сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта с Машиахом в Боге. Когда же явится Мессия, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Безусловно, текст нуждается в пояснении. Обратите внимание на условное обетование. То есть здесь есть условия. Если вы воскресли с Машиахом, возникает вопрос, а если не воскресли? А если еще не родились свыше? Что это значит воскреснуть вместе с Машиахом? Это значит погрузиться вместе с ним сначала в его смерть, а потом вместе с ним ожить для того, чтобы преобразилась наша ветхая природа. Не просто обновилась и не просто как бы переделалась, стала совершенно другой. Потому что во Христе мы новое творение, то есть другое. И, естественно, у нас появляется природа новая. Буду пользоваться библейским выражением. Раньше не все, если кого-то заденет, извините, но вот, когда неверующий человек жил, он жил как пес или как свинья, потому что пес возвращается на блевотину свою. У свиньи тоже определенные есть черты характера и повадки. Еврейское название этого животного – хазир. То есть возвращается все время на то, что не надо. Ну, в грязь, вот ищет грязь. Свинья, понимаете, даже если убрать все чисто, вот полностью комнату, ее вымыть с шампунями, там, все вымыть, все, чистая будет. Она нагадит и ляжет в это. А через день там уже вот так все будет. Ну и запах, естественно. Такая природа. Возьмите кота, он себя чистит постоянно там, да. Ну, разная природа. А овцам нужен пастух. То есть овца тоже не может о себе сама позаботиться. Так вот, когда мы рождаемся свыше, свинья умирает и рождается овечка. Об этом я говорю сейчас. Не отмывается она и не продолжает жить вот по-свински, а становится другим по природе своей существом. Это примеры. Если кого-то задевать, это я о себе. Что я бальчува, я вот именно так и жил. Да. Ну, может, кому-то поможет, я не знаю. Мое откровение. Если вы воскресли с Машиахом, что это значит воскреснуть с Машиахом? Когда мы живем без Бога, или даже, рождаясь в верующих семьях, люди живут в определенном пространстве. У них есть некоторый образ жизни, привычный для них среда обитания. Но обязательно надо встретиться с Богом. Обязательно нужна эта встреча. Важно, вот наши дети, сыновья и дочери здесь сидят. Нам нужно подвести их к этому, что они должны сделать свой выбор. Нужно рождение свыше. Обязательно. И вот это воскресение и есть рождение свыше. Почему? Когда мы жили без Бога, а можно быть религиозным человеком и тоже жить без Бога, по правилам, ну а чего? Нас все равно внутри что-то есть, мы что-то чувствуем, что что-то не хватает нам в жизни, вот что-то не так. Я это называю синдром Маугли. Ну, такое у меня откровение. Маугли, он уверен был, что он волк свободного племени, но ему все время тянуло ходить на двух ногах. А когда наступило время созревания, его потянуло к людям. Ну, если кто помнит Киплинга. Да.
До какого-то времени мы уверены, что это наша жизнь, это наша среда обитания. Мы так жить должны. Но что-то внутри нас говорит, что наш дом – это небо, а не пещера. И поэтому воскресение – это перерождение нашего внутреннего человека. Почему я так уверенно об этом говорю? Третий стих. «Ибо вы умерли». Подожди, так если мы умерли, почему нас не закопали в землю, не похоронили и не сделали поминки? Да потому что, если мы открываем 12 главу послания к римлянам, где Рабби Шауль говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу живую, благоугодную, совершенную». И дальше он говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Бога, благая, угодная и совершенная». Это и есть момент воскресения нашего, а мы продолжаем ходить на ту же самую работу, жить в той же самой семье, вроде бы все одинаковое, но мы видим мир уже глазами неба, через призму Божьего Слова, через заповеди. Да, нам теперь необходимо обучаться, нам нужно проходить свой путь познания, углубляясь в понимание границ этих заповедей, как их исполнить. Но это то, чего мы хотим уже. Если в той прошлой жизни мы питались грехом, это, кстати, я возвращаюсь вот к первому посланию Иоанна, что верующий человек или рожденный свыше, он уже не грешит. И у людей возникает вопрос: ну как не грешит, если все равно грешим, да? Речь идет о том, что грех перестал быть нашей пищей. Мы не кушаем, мы не питаемся грехом. Если где-то по ошибке что-то схватили, то мы изблюем это, потому что уже это не наша еда. Мы чувствуем эту отраву. А раньше, ну все так ели, ну все же так живут. И я так жил, и кто-то так жил. И мы думали: а как по-другому? Мы не знали, как по-другому. Но внутри что-то тянуло нас к людям, да, из волчьей стаи. Тянуло. И вот приходит в нашу жизнь какой-то человек, который говорит о Боге, говорит о том, что есть вечная жизнь. Как вечная жизнь? Это что, к чему стремятся все люди, правда? Все хотят жить вечно, никто не хочет умирать. Человек хочет умереть только тогда, когда его страдания настолько сильные, что он просто ждет облегчения уже. Но если все нормально, человек хочет жить, видеть своих внуков, правнуков, детей, жену, мужа, друзей, общаться, что-то вкусное скушать, да? Ну вот обычный такой вроде земной набор, но мы его можем обогатить небесными целями. Поэтому, когда мы кушаем, мы молимся, благословляем Бога. Разница есть. Не просто взял и ешь ты, а ты благодаришь Творца, потому что у тебя что-то есть на столе. Все, что мы делаем, уже должны делать во славу Божью. И поэтому написано: если вы воскресли, здесь написано, то ищите горнего. Я бы поменял ударение. Ищите горнего. Вот если вы воскресли, вы уже ищете другого, живя на этой земле. Вы уже ищете небесного, а не земного наполнения. Где Машиах сидит одесную Бога? Фраза эта отправляет нас в Сефер Тиилим, это в иврите будет Кав Пьют, это 110-й псалом, в русской версии 109-й. И там интересная фраза. «Ле Давид Мизмор» – прославление для Давида, восхваление. «Не ум Адонай ла Адони» – сказал Господь Господу моему. Все знают, мессианский псалом, да? «Не ум Адонай ла Адони, шев ле амини, адашито и веха дом ла раглеха». «Сядь, одесную меня, пока я не положу всех врагов твоих в безмолвии к
твоим ногам. Мгновенные же отсылки, правда, в книгу пророка Ошея. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Последний же враг, который есть у человека, это кто? Смерть. И Господь говорит, сядь одесную меня, потому что это самое надежное место. Когда мы читаем Тору, и не только Тору, здесь я имею в виду все Священное Писание, вот Танах, слово «лешеве», «тишев», «веяшав» постоянно употребляется в отношении ожидания или остановки где-то в важном месте. То есть стан, когда двигался по пустыне, да, или Иаков, «веяшав бесукот» написано, построил шалаши, там остался, Исав пошел в одно место, а Иаков в другое. Это слово означает стабильное состояние, оседлость и ожидание. И Господь говорит, сядь одесную меня, потому что, смотрите, у нас, где Машиах сидит одесную Бога. А мы в нем сокрыты, мы в нем воскреснем. Это не значит, что мы придем на небо и скажем, еще так, подвинься, тут написано, короче, это я тут должен сидеть. Найдутся те, кто скажет, знаете, зарезервировано. Вот. Я очень советую быть поскромнее. Кстати, об этом песни поют, и там есть такое. Да. Алевайшу пустили там поближе где-то. Вот. Типа, Господь, подвинься, дай посидеть немножко. Ищем небесного того, состояние, в котором пребывает Машиах. Вот эти все привязки показывают нам, что последний враг, который уничтожен, написано, будет, это будет смерть. И Господь говорит, если ты в Машиахе, если ты во Христе сокрыт, ты вместе с Ним воскреснешь, и ты увидишь просто, как Бог положит этого последнего врага подножие твоих ног. Вот это слово «дом» буквально молча. Вообще в безмолвии. В псалмах очень часто это слово звучит. Оно означает тишину или безмолвие. Илиягу пророк находился в таком состоянии, когда в тихом веянии ветра слышал голос Бога. Не в сокрушительном урагане, не в каких-то проявлениях мощных таких, а именно в тихом. То есть состояние внутреннего человека, оно должно быть особенным, чтобы родиться свыше, чтобы услышать голос Духа Святого, чтобы эту связь внутри себя построить и сделать ее толстой, как канаты, а не такой, знаете, быстро рвущейся и слабенькой. Второй стих из Псалма. Матеу зехай шлаха Дунай мицион. Мате, слово мате, это опора, посох. Помните, у Амоса есть, выбью хлебную опору, мате лехем там, вот фраза. То есть это то, на что опирается наша душа, живя на этой земле. И он говорит, я пошлю тебе такую опору из Сиона. С чем это нас связывает? Мгновенно. Кимицион тице тора удвар Адунай мирушалаем. Слово Божье выйдет из Сиона, и Тора, закон его, из Иерусалима. А слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и славы, как единородного от Отца. И в нем мы воскресаем, в этом слове, ожившем для нас. Поэтому состояние жизни или воскресения из мертвых, это когда Слово Божье оживает в нашем сердце и нас делает тоже живыми для Бога, рождая нас свыше. В моей жизни был период, когда я читал Пятикнижие Моисея примерно 5 лет, Тору. А потом только произошло рождение свыше. И знаете, такое впечатление было, как будто плотину прорвало. Потому что 5 лет мне так тяжело было это читать. Читаешь. Во-первых, плохо, что понятно. Хотя на русском языке начал читать.
когда-то. Все равно думаю, что там, какие-то вещи, что-то оседают. Не так понятно. И вот это, как знаете, вода этой жизни просачивается в тебя. Ты понимаешь, что это мудрость, что это какие-то важные вещи. И ты чувствуешь одновременно неспособность охватить это и взять вовнутрь, как пищу. Как будто это еда, которую ты не можешь съесть, и ты понимаешь, что она вкусная, полезная, но пока недоступная для тебя. Ты не способен растворить это слово. И когда ты рождаешься свыше, целый поток воды, то есть я взахлеб читал Библию, я вам хочу сказать, примерно 2,5 года я плакал, почти без остановки, читая Писание. Постоянно. Это был прорыв, очень мощный. Это то, что меняет наш суть, наше существо внутреннее. И вот этой опорой силы твоей, матеузеха, очень мощно говорит Псалом, опора твоей силы пошлет Господь из Сиона тебе. Потому что Слово Божье из Сиона выходит. Не из Нью-Йорка, не из Киева, не из Кишинева даже, не из Австралии, не из Америки, отсюда, из Израиля. И дальше смотрите, как написано: «Раде бекеревой веха» – «Господствуй внутри врагов твоих», то есть внутри. Бекерев – это быть как бы в середине. 23-й псалом или 22-й псалом, когда ты сидишь и кушаешь трапезу в виду врагов твоих, там тоже написано «Негиту эвеха» – это буквально «муль напротив». И что это значит «господство»? Это то слово, которое было сказано Адаму. «Прурву» – это благословение из 2 главы. Прурву, а дальше написано урду бедгат ям беофа шамаем и коль хаят шрац баарец. А здесь Бог говорит: господствуй на территории, где все боятся смерти. Это наша жизнь вся, она такая классная. Единственное, что ее омрачает, то, что умирать придется. Вот это не хочется. Все остальное можно потерпеть. Там нога болит, бок болит, я не знаю, еще что. Умирать неохота. И Псалом говорит: я дам тебе опору, я пошлю тебе слово свое из Сиона, чтобы ты господствовал на территории своих врагов или внутри своих врагов, во вражеском лагере, короче говоря. Удивительное слово. Второй стих, я возвращаюсь в 3 главу послания к Колоссянам: о горнем помышляйте, а не о земном. Подожди, мне утром на работу, надо бутерброд с собой взять, да? Машину через тест провести, еще там что. У нас очень много забот. Да, но это не цель. Это не для этого мы пришли в этот мир. Об этом идет речь. И людям почему-то сложно градировать, диспенсировать, разделить небесное и земное. Если мы способны это сделать, тогда земные цели будут служить небу. Апостол Павел тоже ходил по земле, шил палатки, еще чем-то занимался. Но все это обеспечивало его главную цель – проповедь Евангелия. Иногда надо поститься, иногда надо хорошо покушать, заправиться надо. Помышлять о горнем – это значит свою жизнь направлять к высшей цели. Смысл жизни человека – для чего человек живет на земле? Чтобы прославился Творец, чтобы отражать Его свет в этот мир. Это наша цель. Это наше предназначение с дня сотворения. Это то, для чего мы созданы Богом. Понимаете, когда люди говорят «смысл жизни», это, в принципе, главная цель нашей жизни.
Но это легко понять верующему. Для чего Бог сотворил человека? Чтобы в нем был образ и подобие Творца, правильно? А все усилия человеческого рода направлены на то, чтобы в них был образ и подобие животного. То есть максимально отнимают или выхолащивают образ Создателя, сводя все к земным каким-то целям. Покушать, поспать, еще там что-то. Поэтому, естественно, человек может так жить, а может жить и по-другому. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта с Машиахом в Боге». Это о чем? Мы умерли для греха, мы должны умереть для греха. И здесь я хочу просто прочесть вам один отрывок из послания к римлянам. Кому интересно, можно в архиве на YouTube послушать эту проповедь отдельно. Я не буду сейчас подробно об этом говорить. А вы просто послушайте и соедините. Итак, если вы воскресли с Машехом, то ищите горнего. Это Колоссянам. А теперь Римлянам 6 глава. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иешуа Машеха, в смерть его погрузились? Я перефразирую сразу, чтобы понятнее текст звучал. Итак, мы похоронили себя с ним погружением в смерть, чтобы как Машиах воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, не земное, обратите внимание, тело греховное, ецерара, которого раскормили уже до таких размеров, что голяв кажется кузнечиком по сравнению с ецерара. Злое начало это. Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Рабами греху умерший освободился от хозяина своего. Раб, каким бы рабским ни был, рабом, если он умер, он становится свободным, так или нет? 100%. Так вот, если мы умираем для греха, мы становимся свободными от этого хозяина, от этого господина. И если мы умерли с Машиахом, то верим, что и жить будем с ним, зная, что Машиах, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Прям вот толкование написано здесь для первых стихов послания к Колоссянам 3 главы. Итак, и вы почитайте себя мертвыми для греха. Смотрите, и вы считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Иешуа Машиахе, Господе нашим. То есть, смотрите, мы должны себя считать для греха мертвыми, а для Бога живыми. Тут речь не идет о физической смерти. Речь идет о реакции на грех. То есть мертвый человек не реагирует никак. Как бы вы его ни оскорбляли, ни толкали, он не отвечает. Это труп. Не должен уже никому ничего. То есть с него ничего нельзя потребовать, спокойненько. И грех, когда приходит в нашу жизнь и начинает нас пытаться расшевелить, а ты мертвый, ты не реагируешь. Он очень быстро уходит, он оставляет человека. Почему? Ну, время терять ему не надо. Он идет искать там, где есть реакция на грех. Считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И грех приходит, говорит, подожди, ну ты же для Бога живешь, ты же среагируй на меня. А ты даже пинка ему не даешь, потому что это тоже реакция.
Ты просто вот так вот не реагируешь. Игнорируешь. Хорошее слово, да? Игнорировать грех. И дальше пишет, и так да не царствует грех в смертном вашем теле. Посмотрите, это про жизнь на земле, правда ведь? Чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудия неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члена вашего Богу в орудия праведности. То есть то, что раньше служило греху, теперь наоборот служит Создателю. Почему? Потому что грех как бы переориентировал человека на другие цели, и человек, так живя, думает, что это и есть хорошо, это его цель. На самом деле нет. И поэтому, если мы сможем сделать, как это по-русски говорят, камбэк, знаете, возврат, все будет нормально. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта с Машиахом в Боге. Умерли для греха, имеется в виду. Когда же явится Мессия, жизнь ваша, тогда и вы явитесь вместе с Ним. Почему так написано «жизнь ваша»? Помните Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих? Он есть путь, истина и жизнь. Путь, то есть это вот о чем мы говорим, живя на земле, пройти определенную дорогу надо. Истина, то есть это и есть настоящая наша цель. И в итоге жизнь. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит нас всех. Думать о небесном, а не о земном. Направлять себя в небесное, живя земной жизнью. Да поможет нам Бог. Аминь. Небесный Отец, благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое питает кости наши и дух наш. Благослови и споспешествуй, дай силы нам жить на земле, как достойные дети Твои. Благослови нас и дай нам, пожалуйста, опору в Слове Твоем, чтобы мы могли проходить свое земное поприще, прославляя имя Твое Святое. Помоги нам побеждать грех и жить так, чтобы прославлялся Ты. Благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.